Сегодня 18 июня. Сейчас вам покажу, как поживает моя кукуруза бондюэль и огурчики со спаржевой фасолью. Фасоль уже, наверное, сорт такой. Вот уже начала. Она стрючки, уже их можно рвать. И что-нибудь с ней делать. Есть там или продавать, не знаю. Так, огурчики. Огурчики растут у меня, вот видите, по кукурузе. Вот так вот огурчик, корнишончик. Где-то плетутся они, где-то просто по земле лежат. Ну, вот они, такие огурцы. На салатик самое то, свеженькие, ничем не подкормленные, не удобренные. Чистые земные растут себе потихоньку. Я их только поливаю иногда, так как дождей в июне вообще нету. Вот так вот. Так, фасоль. Ну тут видите, только цветет, наверное, от сорта в зависимости. Сроки созревания, наверное. Ну, кукуруза будет вот, видите, по два кочана на. По два кочана, да, идет, да, даже по три, раз, два, три кочана на ствол, даже нет, не три, раз, два, три, четыре, даже глянь, с одного этого ствола четыре кочана одновременно, да, дает, да, да, смотрите, как типа недоразвитые вот эти, вот это что-то такое, тляне, какая-то гадость. Так, в общем, кто хочет попробовать вырастить огурчики себе, вот попробуйте сделать, как мы. Кукуруза, спаржевая фасоль потом разрастется еще больше. И вот эти заполнит междурядье, чтобы сорняков не было. Так, вот тут я рядышком садил помидоры. Выкладывал видео тоже. Ну, помидоры уже почти... Почти-почти скоро поспеет. Тут они у меня смешанные сорта, и сливки, и такие большие, как они, розовые и красные. Тут три или четыре сорта у меня. Полива не было здесь. Сегодня вот полив капельный кинул. Вот так вот. Огурчик попробую. Вкусный такой. Сладкий прям. Ну, в общем, вот так. Кто захочет выращивать огурцы с кукурузой, помидорами, садите по моему способу. И будет у вас такой же урожай, как у меня. Даже вот смотрите. Это с поливом. А этот рядок у меня без полива. Посмотрим, чем оно отличается. Ну, тут, видите, еще только цветет. Да. Отличие заметно. И качанчики эти поменьше прям, да? По два штуки. По четыре нету, без полива все-таки. Да, все-таки полив дает, конечно, свой эффект. Свой эффект дает полив. Без полива все намного хуже. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Кто еще не подписан на канал, подписывайтесь, не забывайте ставить вот так, если не жалко. Всем пока.